Друзья, всем привет! С вами Стасия Сараева, и у меня сегодня в руках новиночки от фирмы Sketchmarker, набор лайнеров и Lettering Pen. Если честно, то Brush Pen от Sketchmarker я уже успела испробовать и осталась в диком восторге. Давайте по пунктам. Корпус. Очень красивый пластиковый глянцевый корпус. Очень приятно и круто держать в руке. Надпись на корпусе не стирается. Два наконечника. Пуля. И, соответственно, сама кисть. Пуля позволяет нам проводить линии однородной толщины. А если ее чуть-чуть наклонить, линия получится тоньше, и вы можете прорисовать даже какие-то волоски или шерстинки. Теперь к моему любимому – кисть. Острый наконечник изгибается в нижней трети, что позволяет лучше контролировать штрих. При работе, чтобы колпачок не валялся по всему столу, его можно надеть на колпачок противоположного наконечника. И при этом баланс brush pen не теряется, и работать все так же удобно. Ну а живые линии, которые сами как будто бы выходят из-под пера, я вообще молчу. Короче, brush pen one love, как говорится. Вот для примера быстрая зарисовка птички, кому интересно, в моем профиле есть спидпейнт, можно посмотреть. Ну, как ни странно, сегодня мы поговорим не о brush pen, а вот об этих красавчиках. Сегодня я хочу потестить вот этих товарищей. Это набор из 6 лайнеров Sketchmarker. Они легкие, стильный белый корпус из матового пластика. Размер лайнера обозначен как на колпачке, так и на корпусе. Довольно длинный пишущий узел и очень качественная сборка. Есть разные величины от 0,05. До 0,7. 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7. То есть каждый найдет свой любимый размер. Чернила на водной основе, пигментные, светостойкие и не размываются ни водой, ни маркерами. Но это все у нас технические характеристики, а как же они себя ведут в деле, мы с вами сейчас и посмотрим. Приступим! Ну что ж, рисунок готов.
Возможно, позже я посмотрю на него свежим взглядом и еще доработаю, а пока я готова поделиться с вами мыслями по поводу новинки – лайнеров от Sketchmarker. В ходе работы я использовала толщины 0,05, 0,7, 0,1 и 0,3. Благодаря закругленным засечкам на корпусе, лайнер очень удобно держать в руке. Линии получаются четкими и сочными. При заливке больших пространств я использовала лайнер толщиной 0,7. Заливка получается плотная, но что самое главное, нет чернильного блеска при наслоении. Лайнеры легко открываются и плотно закрываются, так что можете быть уверены, задержек в работе не будет и лайнеры не высохнут. Делитесь своими впечатлениями, пробовали ли новинки, как вам? А у меня на этом все. Всем успехов и до новых скетчей. Пока-пока!